Вы на канале МинКе, и с вами Лиса Ран. Лазю я в ютубчики и натыкаюсь на вот такое видео. В общем, смотрю-смотрю, и мне нравится. И это называется ротоскопирование. Что? Я тоже ничего не поняла. Ротоскопирование – анимационная техника, при которой мультфильмы создаются путем обрисовки кадр за кадром натурального фильма с реальными актерами и декорациями. Вот теперь все ясно. Для нас смертных просто анимация. Зачем так пугать? Ну и давайте же глянем, как это выглядит. Как по мне, очень прикольно. Напиши в комментариях, что тебе больше всего понравилось. Если что, все ссылки на эти видео будут в описании. С вами была Лиса Ран. До новых встреч!